Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундучки. Пытаемся пролутать что-то полезное, пытаемся пролутать на тех персонажей, на которых я провожу большее количество своего времени. Так, начнем же. Порядок сегодня такой, что я вскрываю на воине, потом на паладине, потом на друиде, а потом только на ДК. Итак, сундук Навария, добыча, защита, поехали. Это плеч 935-го эквипа, которые весьма полезны. Да. Я их одену и потом прочарю. Далее 9-й собор, усиливающий упрямый. И 5 миллиардов сил артефакта за пройденный 10-й ключик при 50-м знании. Сейчас, по-моему, 50-е уже, да? Совершенно верно. Ну, хорошо. Это, в принципе, небольшое улучшение для моего вара. Пойдет. Избегание еще к тому же. Весьма полезный третичный стат. Так, паладин. Специализация защита. Скрываем. Что это? Это шапка 940-я, которую я одеваю и надеваю. Пойдет. Престол 10. Модификаторы идеальные. Тройное У. Усиливающий, упрямый, укрепленный. Если слишком сильно усиленный моб переагрится в кого-то, кто-то из дамагеров, это будет ваншот, скорее всего, для такого дамагера. Печально. 936 с половиной эквип на паладине. Неплохо. Красавец. Идем над руля. Ну, на паладина это сильное улучшение. Плюс 30 к типу шлема. Весьма неплохо. Над руля я хочу... Я не знаю, я над рулем же начал маленько рейдить. Дропнул себе тринки рейдовые. Я даже не знаю, что я им могу пролутать. Ну, кровь, релик, либо сильное улучшение какое-то только пойдет. Это сильное улучшение. Окей. Я сейчас чувствую, я растеряю удачу перед вскрытием на ДК. Стопроцентно. Ну, я однозначно вставляю ту реликвию. Ну и потом надо будет плюс 5 эквипов навешать за счет тигеля. Я уже это сделаю вне видосика. Ну, я не знаю, на ДК должно что-то классное упасть. Но это по-любому. Иначе просто обидно будет то, что 50-й релик падает на друида, а на ДК... Сейчас все классно упадет, проверяйте. Фу. Почему не упал 50-й релик сюда, допустим? Я не понимаю. Сейчас я вам покажу личку. Ладно, всех вам благ, как говорится, счастья там, здоровья, чтоб там лут был хороший, все падало, чтоб все нормально было, как говорится. Вот, там, на нужных персонажей все падало. Исключительно. Сегодня лутаю 75-й уровень артефакта. Мне осталось всего лишь 9 миллиардов.
Это очень мало на самом деле. Ой, не ори. На карте сейчас, ну, я сделаю, получу, получается, лярд, почти лярд. Ну, лярдика так, 2-3. Сдам сундук Вальшары, быстренько сделаю эти два сундука, сделаю локалочки на Аргусе в приятной компании своего хила, и все. И я лутаю 75-й уровень артефакта к рейду, и как только сделаю все локалочки и прочее, включу стрим. Да. Все, как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья, да, лутайте качественный лут. На нужных персонажей. Надеюсь, вам повезет больше, чем мне. Потому что тот лут, который мне падает на ДК в последнее время, меня, в принципе, расстраивает. Но я надеюсь, что при повышении левела с 15 сундуков при выходе мифического Анторуса, там будет дропать 960 из недельных сундуков за закрытие пятнашечки, и я пролутаю что-то классное. Я на это очень сильно надеюсь и думаю, мне повезет. Да, я человек везучий, и будет все классно. Как говорится, до скорого.